атакуем. Можете дверь закрыть, чтобы меньше было шума. Итак, у нас третья лекция, рад вас приветствовать. Садитесь, пожалуйста. Наша главная задача сегодня – это победить понимание вами динамической памяти. Тема сложная, поэтому она будет изложена а. на лекции, б. в лабораторной работе. То есть у вас будет возможность все это дело прям вот прочитать, там с большим количеством примеров. Вот, все это подробненько тоже расписано. Я не знаю, как бы объем очень большой, за пару вы вряд ли прям вот все одолеете. Но как-нибудь, попробую. Вот. Постарайтесь сейчас вникнуть по максимуму. Итак, работа с динамической памятью в языках C и C++. Ну или просто динамическая память. Итак, представим себе такую ситуацию, что мне требуется запомнить n чисел. Примитив, да? Вроде бы примитив. Но это n мне становится известным в момент выполнения программы. То есть я не могу в момент компиляции заранее знать объем, сколько мне нужно памяти на хранение этих самых n чисел. Ну, то есть, давайте сейчас я сделаю так. Я буду писать на C++, но при этом для выделения динамической памяти я буду работать в стиле C. Хорошо? Но чтобы не было разрыва мозга, я не буду писать scanf и printf, как они в C пишут. Итак. Для работы с динамической памятью мне потребуется библиотека stdlib. Она сишная, поэтому она подключается, начиная с буковки C. Все сишные библиотеки, все C++ подключаются, начиная с буковки C. cstdlib. Точка H при этом писать не надо. Точка H пишется для заголовочных файлов, которые ваши. Или там, зависящие от операционной системы. cstdlib. Итак, какая у меня задача? Мне требуется считать n число, да, и дальше запомнить n чисел. Ну, давайте выведем их в обратном порядке. Примитивная задачка, да, для этого, очевидно, надо их все запомнить, потому что иначе в обратном порядке не выведем. Итак, я создаю число n. Я считываю число n, std, два двоеточия, cin, считываю n, а затем мне нужно n раз это число, числа с клавиатуры записывать в некий массив. Вопрос, откуда я возьму этот массив? Где мне его взять? Единственный вариант. Причем n непредсказуемо большое. 2 гигабайта, например. Гигабайт, 4 гигабайта. Много. Единственный вариант – это попросить эту дополнительную память у операционной системы. Явным образом. Python это делает втихаря от вас. То есть там спрятана работа с динамической памятью. Каждый раз, когда создается объект, он каким-то образом в памяти выделяется. И там всю работу с памятью выполняет кто? Сборщик мусора. Он контролирует. Освобождать память, не освобождать, разговаривать с операционной системой по этому поводу. Здесь же мы явным образом, по сути, совершаем программное прерывание. Помните про прерывание? В самом начале рассказал. Рассказал или нет? Вот мне фактически нужно сделать программное прерывание. Вот еще в том году, на первой лекции, когда про архитектуру говорил, про прерывание аппаратной говорил, да? То есть мне нужна операционная система, дай память. Хорошо, даст она память. Но она, естественно, даст ее
как бы безымянным образом. Мне же надо сохранить каким-то образом что? Адрес этой памяти. Где я буду сохранять адрес? Как называется переменная для хранения адреса? Указатель. Значит, мне нужен в первую и в главную очередь указатель. Ну, допустим, я сейчас буду дабл числа там сохранять. Да, вот я и заведу себе дабл указатель. Дабл, звездочка, это тип указателя, да, назову его, ну как? Ну, давайте А большое. Пусть А большое будет. Это у меня указатель. Он сейчас ни на что. На мусор. Ну, в принципе, чтобы он не указывал на мусор, лучше заложить туда так называемый null. Надо сказать, что в языке C эта штуковина записывается как null, а в языке C++ желательно использовать специальную константочку, которая называется nullptr маленькими буковками. NullPTR. Итак, но это пока что я создал адрес, где я буду все переменную для хранения этого адреса, который я получу от операционной системы. А как мне его получить? Тривиально. Я вызываю функцию, которая называется malloc, memory allocate. И сохраню результаты его выполнения в этом, собственно, указателе А. Итак, А равно, я сейчас пропущу тут место, считайте, и вы пропустите место. Сейчас я поясню, почему потом. Ну, пропустите его. Malloc. Malloc. И здесь мы должны указать, а что мы, собственно, укажем в операционной системе? Сколько хочу. А сколько я хочу? Как это узнать? Для этого мне надо, ну да, мне надо n штук, но не байт. N штук дабла, да? Значит, мне нужно узнать размер дабла. Значит, мне нужно воспользоваться функцией sizeof. Я ее один раз поминал уже. Sizeof применяется к типам и возвращает их размер в байт. То есть я молочу столько, сколько байт занимает дабл, умножить на то количество байт, сколько мне, собственно, требуется. Ой, запятую зря поставил. Умножить на n. Функция malloc является оберткой над системным вызовом. То есть над программным прерыванием. То есть над обращением, прямым обращением к операционной системе «дай». Но она может дать, а может и не дать. Как мне узнать, что она не дала? Это самое главное, потому что если она не дала, то выполнять дальше программу невозможно. Правильно? Ответ. Значение указателя, то есть тот адрес, который вернется из malloc, если она не дала, будет равно nullPTR. Ну или null в нотации C. Понятно? То есть я могу сделать следующее действие, да? Если у меня A равно nullPTR, то до свидания. Ну, каким-то образом сообщить, что до свидания, да? И выйти. Ну, я это сделаю сейчас вот так вот. С std. cout. Trouble. И что я сделаю еще? Ну, не важно, я точку запятой поставлю без перевода корректки. И мне нужно прервать выполнение программы. Ну, в данном случае я нахожусь внутри функции main, поэтому, в принципе, это можно сделать return 1. Ну, давайте так и сделаем, чтобы я сейчас не рассказывал, там, exit, так далее. Return 1. Причем не ноль, кстати, заметьте, да? То есть это значит, что есть какая-то ошибка. Ошибка произошла. Я выхожу из функции main, и else я, в принципе, могу не писать. Ну, вот как это, да? То есть после вызова функции malloc я
должен обработать результат, а вдруг операционная система отказала мне. И в зависимости от результата я должен принять решение, что я делаю. Ну там, не знаю, пишу пользователю, извини, товарищ, не могу я, это N, введи другое N. Ну мало ли, вдруг программа должна быть устойчивой. Да, и она должна перезапрашивать пользователя, а что делать будем? Ну как-то так. В данном случае программа выбор в пользу корректности, она неустойчивая, она прервет выполнение, не могу. А если все-таки дала, ну, чаще всего операционная система выполняет запросы, которые к ней направлены, на то она и операционная система, я продолжаю содержимое функции main здесь, на доске. Ну что, дальше я пользуюсь этим адресом, будучи уверенным, что там nhd size of double 8 байт. Double 8 байт. nhd 8 байт у меня есть. И они непрерывно в памяти лежат от адреса, который хранится в A, и до A плюс nhd 8. Понятно? При этом, поскольку вы помните эту замечательную формулу, что A и T, это формула, это сейчас еще не текст программы, что A и T это то же самое, что разыменованный адрес A плюс I, где здесь это сдвиг не на I байт, а на i жды size of double, то есть того типа, которого указатель, да, адресная арифметика, она смещает на i ячеек, каждая из которых размера типа указателя. Да? Или, короче говоря, вот это вот можно пользоваться вот такой нотацией для доступа к и тому сдвигу от указателя. Или, короче говоря, А это просто, хотя А это указатель, но я его буду интерпретировать как динамический массив. Или массив, хранящийся в динамической памяти. Поняли? А это указатель. Он мог бы указывать на одну ячейку типа int. Правильно? Double. На одну ячейку типа double. Но я-то знаю, что я выделил памяти там, ого-го, да? И на мне лежит ответственность, что я не выйду за границы этой памяти при помощи вот таких вот операций доступа к какой-то ячейке. Поняли? Ну, теперь поехали бегать по этим ячейкам. For int i равно нулю, i меньше n, i плюс плюс. Я делаю std, два двоеточие, cint, a, i, t. Вот, я считываю туда числа, ну, что я и хотел. А теперь в обратном порядке их вывожу на экран. For int i равно n минус 1, i больше либо равно 0, i минус минус, да, std, двоеточие, сял, а и т. Ну, давайте их, не знаю, через пробел выводить. Return 0. Закрыли функцию. В этой программе есть две ошибки. Первая ошибка. Да, она компилируется и выполняется, но в ней две ошибки. Первая не совсем ошибка, а скорее предупреждение. Дело в том, что операционная система знать не знает, какого типа мой указатель. Она возвращает память голую, как она есть. То есть вот она вернула, выделила столько байт, сколько надо, и все. Но язык программирования C, ну и C++, соответственно, все-таки контролирует типы указателей. Представьте себе, что у меня есть указатели, например, int, звездочка, pi, да, и double, звездочка, pd. У меня есть ячейка x, интовая, да? У меня pi указывал на этот самый x. А потом я говорю, pd равно px.
Как вы думаете, что должен сказать мне компилятор C? А? Warning. Ну он... Смотрите, у меня есть ячейка X. Да, реальная. Она, вероятнее всего, 4 байта. Может быть, 2 в некоторых компиляторах, может быть, 4. Это, кстати, отдельная проблема. Желательно никогда в жизни интом не пользоваться для серьезных нужд для хранения данных. Есть более стабильные типы данных, в которых понятно, какого она размера. Потом расскажу. Пока будем пользоваться. Итак, у меня есть там int, там лежит 5. Она лежит у меня в 4 байтах. То есть у меня 1, 2, 3, 4 байта под это дело, да? У меня есть px, есть pd... прошу прощения, что там я его как назвал? p. А, pi. Прошу прощения, я... pd равно pi. Итак, у меня есть pi, который у меня содержит адрес, указывающий на эту ячейку. И у меня есть pd, который тоже содержит адрес на эту ячейку. Ну, по идее, да, я вот это вот сейчас хочу. Но если я буду разыменовывать PI, то понятно, что я получу. Я получу что? Я прохожу по этому адресу и интерпретирую то, что лежит по этому адресу, как int. То есть правильно интерпретирую, как пятерку, правильно? А если я разыменую PD, то что я сделаю? Я прохожу по этому же, собственно, адресу и интерпретирую. А может, этого куска памяти вообще нет? Я 8 байт пытаюсь. То есть у меня здесь нечто лежит. Я влезаю вообще в чужую память, дополнительную, рядом лежащую. Там уж какая-то переменная жила. И интерпретирую все это вместе взятое, как число с плавающей точкой. То есть это поведение непредсказуемое происходит... Реинтерпретация памяти. Ложная, неправильная. Понятно? Поэтому присваивание указателей... В принципе, все указатели, они содержат адреса. Я говорю, адрес слона и адрес мухи, это... Они занимают одинаковое количество байт памяти. Да? Поэтому сами указатели, они, ну, допустим, 4-байтные. Или там 8-байтные. Не суть важно. Да, но они вот сколько-то байтные, они одинаковые, даже если это указатель на какую-то гигантскую структуру. Понимаете? Поэтому компилятор вот тут вот, но с другой стороны, поймите, язык C предназначен для написания операционных систем. Было бы странно, если бы он запрещал это. Правда? А? Warning. Поэтому существует такая вещь, как warning, да, предупреждение. И он здесь пишет warning. Нормальная программа не должна запускаться, когда есть warning. Есть такая опция у компилятора минус v error. Она говорит интерпретировать, ну же CC минус v error. Она говорит интерпретировать предупреждения как ошибки. Потому что, ну, не должно быть по-хорошему, не должно быть у нас этих предупреждений. Это значит, что мы где-то очень неаккуратны. И надо крайне желательно в реальном проекте все-таки делать, чтобы ворнингов прям не было никогда. Как нам этот ворнинг обойти? Если я точно знаю, что я этого хочу, уверен, говорю, делай, и не это, не... Если бы не было интернет-записи и девушек, я бы сказал. В общем, не бойся, компилятор, не переживай. Я ему говорю, давай-ка реинтерпретируем явным образом дабл звездочка PI. Я ему вот так вот в круглых скобках говорю, вот как этот тип воспринимает, все ок, явное приведение типов. Помните, я говорил, что в языке C есть неявное приведение типов? Вот здесь я говорю, явное приведение типа указателя сделал, да? Функция malloc, memory allocate, возвращает мне безтиповый указатель void звездочка. Помните, я вам рассказывал, что есть такой void звездочка? Ну так, упомянул. Кто помнит? Вот, такие люди есть. В общем, void звездочка это такая зараза, которая... может указывать
на что-то. То есть это адрес на нечто. Void – пустой. То есть указатель на, ну, на непонятно что, на пустоту. В принципе, void можно использовать для того, чтобы обозначить, что функция возвращает ничего. То есть в ней нет return или return с точки с запятой. Понятно, да? Но вот есть еще одно использование для того, чтобы создать указатель на ничего. Ну, как бы на пустоту. В этом случае поведение языка C отличается. Void звездочка P, да? И теперь я говорю P равно PI. В этом случае ложная интерпретация практически исключена. Потому что разыменовать бестиповый указатель невозможно. Это запрещено. Ну, потому что непонятно, как интерпретировать эту память. То есть адрес на что-то реально указывает, но нет явного способа как-то это интерпретировать. Поэтому, когда происходит потеря типа, язык C об этом не предупреждает. Это нормальная ситуация. А в этом случае у меня возникает как раз ситуация обратная. Функция malloc чисто формально возвращает указатель на пустоту, ну, указатель на нечто. Void звездочка. Ну а что она еще должна? Она знает что-нибудь про тот тип, который тут будет принимать? Нет. Malloc формально возвращает void звездочка. А это как раз другая ситуация. Это как раз ситуация такого типа, как если бы я сделал pd равно pi. Pd равно p. В этой ситуации у меня есть адрес на нечто, а я интерпретирую его как адрес на дабл. Понятно? В этом случае это опасная ситуация. То есть я могу интерпретировать неправильно. И без предупреждение, без явного приведения типа, вот это дело будет ворнингом подчеркнуто. Простите, вы тут можете, как сказать, ложная интерпретация возникнет у вас. Да, данных. Понятно? Какая тишина, плохая тишина. В общем, когда мы преобразуем указатель на дабл к указателю на void, это нормальная ситуация, которая молча проглотится, и все окей. Стерли информацию о типе, на что указываем, да? А если обратную сторону будет звездочки привести к какому-либо другому типу указателя, эта ситуация опасная. Мы как бы по сути присваиваем тип этой памяти, то есть интерпретируем эту память определенным видом типа, да? И это опасная, потенциально опасная ситуация. Не, ну если я мог обестипить, а потом этот адрес протащить, передать от функции к функции, а потом, собственно, правильно типизировать, да? Вспомнив, какого он типа. По каким-то косвенным признакам, да? Такое могло быть и такое регулярно делается, но это нужно делать явным образом, чтобы компилятор успокоить. Поэтому нужно обязательно вот здесь вот делать упоминание, что вот тоже дабл звездочка, P, не переживай. И в данном конкретном случае, для того, чтобы функция malloc, возвращающая void звездочку, спокойно, вот здесь это присваивание состоялось, без предупреждения, требуется упомянуть, не переживай компилятор, я хочу это интерпретировать как double звездочка. Как указатель на double. Это делается один единственный раз. И дальше я уже работаю с типизированным указателем, который работает с даблами. Понятно? Они свой. Ясно? Поэтому возникает вот эта вот магия явного приведения типа указателя. Она необходима. Ну что ж, мы разобрались наконец-то, елки-палки, с первой ошибкой. Ошибка номер два. Никто не видит? Неожиданно. Что? А, вот он объявлен. Я его по умолчанию инициализировал null ptr. Еще есть? Вообще не заметите, ну 100%.
Есть такая программка под Linux, под Windows не работает, под Linux, называется Valgrind. Она предназначена для вылавливания таких ошибок. Точно. О, есть человек шарящий. Все, видимо, откуда-то из посторонних источников. Действительно, я попросил операционной системы память, а я где-нибудь ее отдал обратно. На самом деле у данной программы жизнь коротка. И в тот момент, когда мне эта память динамическая больше не нужна, происходит, собственно, выход из программы успешно. Когда программа умирает, когда она закрывается, операционная система автоматически заберет ее ресурсы себе. Ну, у нас здесь нет прав наследования, никакой другой процесс вычислительный, он не наследует вычислительные ресурсы эти. Да, то есть все обратно отойдет к государству, к операционной системе. Понятно, да? У нее запрашивала, надавала, давала, а потом процесс помер, ну, все ресурсы, все файлы закрыли, все это память забрали, сетевые соединения закрыли, все, что было, все, что она ему давала, все обратно к себе забирает. Ясно? Поэтому, в принципе, здесь эта утечка памяти, она не принципиальна. Однако, существует такая нормальная совершенно ситуация, когда программное обеспечение работает в режиме сервиса или в Linux называется демон, там, да, или называется еще служба в Windows, или еще говорят иногда как некий сервер, когда про программное обеспечение говорят, веб-сервер, это программное обеспечение, которое работает продолжительное время, оно не закрывается, то есть его таймлайн, помните, когда я про графические приложения в том году упоминал, там кажется, да, что есть приложение, которое максимально быстро стремится выполнить свою задачу и закрыться. Вот сейчас это вот такое приложение, да? А представим себе, что это приложение, которое должно не один раз это делать, а каждый раз, когда пользователь скажет ему, оно, то есть считывает N очередной, то есть мы это дело тупо погружаем в цикл. Вот давайте сделаем. Я сейчас большую фигурную скобку вот тут вот поставлю. Вот эта скобка. Вот тут она начинается. Int main. И вот тут вот я запускаю пока true. Ну, пока всегда. Ну, или если бы это был бы C, пока один. True пишется с маленькой буквы, прошу прощения. Привык к питону. True с маленькой буквы. Пока true. Пока истина. Пока всегда. То есть этот процесс у меня, в принципе, не завершается. Ну или я могу вот тут, например, если мне введут n равное нулю, то тогда break. Ну, чтобы было формальное завершение, когда пользователь захочет, тогда он скажет n равно нулю и закроется программа. А if n равно нулю, break. Break и return. О! Это не автоматически делается. Где? Каждый раз я считываю n. И только если n равное нулю, я выхожу из цикла. Нет, если n равное нулю, то у нас получается немножко, нас не дает. Чего? Памяти, но... А, ну в принципе, да, но не будем это париться. Не будем. Ну смысл следующий. Что в данном случае программа начинает жить продолжительное время. Она ждет очередного CIN от пользователя, то есть она ждет от него события, да, и выполняет действия. Ожидает выполнение действия. Объем оперативной памяти с течением времени, да, то есть это у меня использование процессора. Как она пользуется процессором? Ну, попользовалась, отпустила, ждет, пока пользователь введет. Попользовалась на цикл идет, отпустила, да? Нормальное поведение. А с памятью, то есть если я вот тут memory посмотрю, у меня для того, чтобы n чисел первые вывести, да? Она взяла, хапнула памяти себе неводная. Ну, был у нее какой-то объем памяти. Она хапнула памяти. И дальше с этим объемом памяти живет. Память не освобождает. Потом новое событие пришло. Она хапнула памяти еще. А ту она забыла.
Знаете, это как человек, который очень жадный, да? Государство, дай мне 20 гектаров. Оно дало. А я потерял координаты, не знаю, где эти 20 гектаров. А дай мне 70 гектаров. Попользовался, забыл где, да? У государства есть реестр, оно все про тебя помнит, но ты ж не будешь его переспрашивать, а где там? Не, ну нормальный человек он переспросит, а где что ж это было у меня там, где там? А здесь я перезаписываю, каждый раз я молок, еще раз тот же самый указатель молок, еще раз тот же. То есть я в этом смысле здесь забываю о том, что мне выделено. И за счет этого возникает вот этот самый эффект, который называется, собственно, утечка памяти. То есть у меня этот процесс вычислительный, работая в принципе, как сказать, периодически, да, он у меня в какой-то момент сожрет всю оперативную память. Всю, неминуемо. Операционная система в этом случае, что будет происходить с системой? У нее кончается оперативная память, она больше не может ее выделять кому-то, да? Но она начинает свопиться. То есть она старые странички памяти, которые никто не пользует, она отправляет на жесткий диск. Но своп тоже не бесконечный. Там тоже, ну, 8 гигов выделите, да? Ну, 20 гигабайт, допустим, вы выделите под своп. Ну, не терабайт же, понимаете? То есть у вас в любом случае память вся загадится, она вся ее, как бы, весь своп съест. И в конечном счете что? Операционная система начнет вся там притормаживать, как сказать, она не может нормально ресурсы, процесса выделять. В общем, все, конец операционной системы. Она не будет просто... Да, но эти отказы, они будут не только этой программе, они будут и другим. Потому что она добросовестно старалась ему выделять, а потом, ну чего? Нет, ну понятно, в разных операционных системах, оси, он же в огромном количестве операционных систем, вообще систем. Поэтому там может быть разная политика, может какая-то операционная система скажет, о, вот он тот самый процесс, который жрет память, ну-ка его долой. Ну, может быть. Ну, не факт, я не знаю. Вот вы видели такие предупреждения в Windows? Да. А? Да. Что данный конкретный процесс жрет память? А? Это не система, это отдельное приложение. Отдельное приложение. Да, вот отдельное приложение уже мог... Открываешь этот самый Task Manager, да, и смотришь диспетчер, и браузер сколько отожрал. Оказывается, это какой-нибудь флеш-плеер, который там вот потек, у него набрал себе память, и вот эти... А что делать? Значит, мне нужно эту отечку победить. Раз я на каждой итерации выделяю память, то, внимание, абсолютно в том же самом контексте, то есть в тех же фигурных скобках, вот я тут выделил память, в этих же фигурных скобках, недалече отходя, я должен эту память освободить. Делается это при помощи простого системного вызова, который называется free. Free A. И передаю ему адрес этой памяти, которую мне давала операционная система. Объем уже не надо. Операционная система ведет реестр, у нее самой записано, сколько там реально байт. При этом я замечу, что сам указатель при этом остался прежним. Он указывает по-прежнему туда же. То есть число в самом указателе не изменилось. А если я к нему обращусь, то... Поэтому мне требуется... По голове будет, если ты туда обратишься. Потому что уже не твоя. Поэтому, как только сделали free, желательно тут же сделать A равно null PTR, чтобы не забыть, что туда больше нельзя. Ну и перед тем, как туда, собственно, лазить в эту память, можно всегда будет перепроверить, а не равно ли A случайно null PTR. Если она равна null PTR, ну значит там память не выделена. Можно перезапросить еще раз. Ясно? Поэтому выделил память, освободи память. Free работает безотказно. Правда, есть такая тонкость. А если я два раза сделаю free одной и той же памяти? Ответ по голове. Понятно? То есть утечка памяти, она чуть менее критична, чем второй вариант, когда я обращаюсь к памяти уже недоступной. Segmentation fault это критично, потому что сразу по голове. А memory leak это всем плохо. Можно еще пожить. Так, ладно, перерыв. Отдохнем. Ну что же, в языке C++ этот механизм усовершенствовали. Во-первых, соответственно, динамическая память
слова C++. Этот механизм слегка усовершенствовали. Ну, во-первых, вам не надо подключать cstdlib. И операции выделения памяти и освобождения памяти теперь операторы языка. Операторы. Да, вот очень важно это понимать. New и delete это операторы. Чисто синтаксически это не вызов функции. Операторы. Теперь формат, как это делается. Я сокращу написание только до, собственно, действий выделения памяти. Итак, double, звездочка A. Ну, давайте я в этой же строке займусь выделением. Прям тут же инициализирую. Равно new double. New double. Мы видим два раза, естественно, слово double, потому что здесь double звездочка — это имя типа указателя, а это выделяемый тип. Я в этом случае выделяю одну ячейку типа double. Одну единственную. Но, в этом, во-первых, new double, вот если я его в скобки возьму, он мне вернет типизированный указатель double звездочка. То есть для вот этого вот оператора присваивания, да, ну или неважно, на новой строке может быть, это не принципиально. Уже типы слева-справа совпадают. Никаких проблем с присваиванием точно нет. Правда? А? New double это оформленный языком malloc size of double с возвратом double звездочки. Но у него есть дополнительная важная фишка. Можно тут же на месте инициализировать эту память. Можно поставить круглые скобки и сказать 5, там точка 4. Ну давай я круглую скобку это уберу, она тут лишняя, по сути. То есть я мало того, что говорю, компилятор, пожалуйста, мне выдели память под double, типизирую ее под дабл, так еще и говорим, загони туда, в эту память, 5.4. Классно? Так. А если я хочу выделить память под... А, ну давайте сразу я освобожу эту память. Delete A. Да. После этого A как переменная останется? Где? Да. Да. Это только освобождение памяти. Это free. Но надо сказать, что это не просто free, елки-палки, а это free и a равно null ptr. То есть у меня после успешного delete, а он всегда успешный, у меня a автоматически a равно null ptr, ну в смысле того, что я тут зафиксирую факт, я утверждаю. Ясно? То есть delete это такая классная безопасная операция, которая делает этот указатель невалидным. И я, если только я не дурак, я не перейду, не буду разыменовывать null ptr указатель, который уже в никуда. Понятно? Вот. А теперь, если я хочу выделить памяти много, не на одну ячейку типа double, а на много ячеек типа double, никаких проблем. Double. Звездочка, ну давайте B назовем. Double, звездочка B. В этом случае я пишу new double. Ну, мне же нужно сказать, сколько штук. В этом случае используется такой синтаксис. Используются квадратные скобки, в которых указывается количество штук. Вот очень важно понимать, чем круглые отличаются от квадратных. Круглые — это инициализация. Понятно? Этим значением. А квадратные — это количество элементов в динамическом массиве. Понятно? Ну, соответственно, индексы от 0 до 4 будут. Но это просто красиво. Маленькая тонкость.
Если вы выделяли память как для динамического массива, то нельзя пользоваться вот так, delete b. Поведение непредсказуемое. Так нельзя. Маленькая тонкость, знайте ее, delete с квадратными скобками. Пустыми, там не надо указывать, сколько их штук, но delete с квадратными скобками. Понятно? То есть вам надо помнить, вы выделяли под один элемент или под массив. Ну, даже более того, если вы выделяли под один элемент, но делали это в форме вот такого массива из одного элемента, то delete с квадратными скобками. Ну, перепутать это сложно, потому что вы же не подкидываете орел решка, да? Понятно, да? Путать нельзя. Еще что нельзя путать? Нельзя выделять при помощи new, а освобождать при помощи free. Да? Так нельзя. Нельзя выделять при помощи malloc, а освобождать при помощи delete. Это все запрещено. Выделил malloc, освобождаешь при помощи free. Выделил new, освобождаешь delete. Весь контроль за работой с памятью, корректный, некорректный, полностью на программисте. Никто, компилятор, не будет следить, вылезть из-за границы своей памяти. Не вылезть. Сам умный. Вы, если ты вылезешь за пределы памяти настолько, что это приведет к ошибке сегментации, то просто снимется процесс выполнения. Понятно? Утечка памяти, ну, утечка памяти. Все очень жестко и по-пацанячьи. Без контроля. Вот. Либерализм. Итак, дальше. Собственно, а как нам создать двумерный массив? Вот нам нужно проговорить про двумерные массивы, ну и потом динамический двумерный массив. Так, стираем. Делаем. Первый этап. Второй. Итак, двумерный массив, естественно, содержит при объявлении две квадратные скобки. А что же он, раз уж мы все равно лазим по памяти, то мы должны понимать, а как он устроен внутри, этот двумерный массив. И оказывается, не все так просто. Внутрях он устроен как линейный массив. То есть двумерный массив по сути одномерный. В лабе будет картинка, но я воспроизведу сейчас. Вот я выделяю, пока здесь, выделяю себе массив. Например, давайте небольшие числа я напишу. 3, 4. Это что значит? 3 строки, в каждой строке по 4 элемента. А что это фактически значит? А это адрес какой-то памяти. В этой памяти у меня лежат... Вот если я сейчас туда разложу элементы... 0, 1, 2, 3 и так далее по порядочку следования в памяти, то это будет следующим образом выглядеть. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все. А, прошу прощения, все, да, 3 строки, 4 элемента в строке. Все. То есть, как бы строка, строка, строка за строкой. Если был бы массив трехмерный, то как бы следовало бы строка за строкой и как бы матрица за матрицей. Первый слой за вторым, точнее второй слой за первым, третий за вторым и так далее. Да? То есть, в принципе, любой мерности массив можно линеаризовать вот так вот построчно. Понятно? То есть, происходит некая обманка. Массив на самом деле одномерный. Но интерпретируется как двумерный. Каждый раз, когда мне требуется обратиться к элементу, ну как я буду? И равно 1, и меньше чем, о, прошу прощения, нуля.
0 меньше чем 3, точка запятой и плюс плюс. For int k равно 0, k меньше 4, k плюс плюс. Да, ну я что-нибудь там буду класть туда. А и прикаты равно, ну и туда что-нибудь буду класть. Ну, я, между прочим, легко могу сконструировать, чтобы туда эти числа и легли. Это будет и умноженное на 4 плюс k. Понятно, да? Ну, потому что и вот для вот этой строки и равно 0, для этой и равно 1, для этой и равно 2, k равно 0, k равно 1, k равно 2, k равно 3. Другие k недопустимы и недопустимы. Логично? Понятно? Так. А давайте попробуем обратиться в нулевой строке к четвертому элементу. К чему это приведет? К пятому, к шестому, ну, в общем. А нулевой каты для больших индексов, он поползет просто дальше по этому массиву. Как по линейному, да? И еще дополнение, давайте, чтобы вы понимали, когда я обращаюсь к вот этому, как это интерпретируется, какова формула интерпретации вот этого итого каждого. Она отличается от той, которую я вам показывал для одномерных массивов. Она означает разыменовать область памяти по адресу А плюс и умноженное на 4 плюс k. Ну, правда, есть там тонкость с видами указателей, но сейчас не будем с этим париться. То есть, по сути, вычисляется адрес, в котором и умножается на длину строки, номер строки умножается на длину строки, прибавляется положение индекса, да, и вот, собственно, разыменовывается. А вот вам ячейка. Понятно? То есть у нас для работы с двумерным массивом надо знать длину строки. Вот не задача. А что это значит фактически? Это значит, что если я хочу оформить вот эту штуковину, как функцию по заполнению массива, то есть я хочу сделать функцию void init array, мне нужно передать ей адрес этой области памяти, которую она будет инициализировать. Но эта область памяти должна быть типизирована так, чтобы на этапе компиляции процессор понимал, что от него тут хотят. Ясно? Уже потому что функция будет скомпилирована жестко. Значит, на этапе компиляции компилятор должен знать о том, что там 4 длина строки, понимаете? Чтобы правильно вычислять адреса при расшифровке аитого-катого. Значит, мне надо при написании заголовка этой функции, у меня этот а это интовый, а. Int что? А квадратные скобки 4. Я подчеркиваю внимание. В данном случае количество строк мне не принципиально. И я не пишу его при описании этого параметра функции. А вот эта четверка является очень важным атрибутом. И если вдруг она не совпадет, то это приведет, то есть если я передам массив, у которого длина строки другая, это приведет к фатальным результатам. Вы поняли меня? Это значит, что двумерные массивы в языке C для передачи внутрь функций очень плохи. Крайне неудобны. То есть эти самые размеры массива m и n, ширина, высота, они обязаны быть константами на этапе компиляции. И вот такой, вот такой вольности, когда у нас количество элементов в массиве переменное, ну, например, нам нужно матрицу m на n
считать и вывести на экран транспонированную, например, перевернутую, да? А не получится у вас сделать функцию readMatrix. Знаете почему? Именно из-за того, что непонятно что-то писать. Ну какой есть вариант? Вариант есть такой. На самом деле забить, перестать вообще пользоваться двумерными массивами в C. Создавать их как одномерные. Ну передавать, ну вот так, например, передавать, то есть реально считать его одномерным, а вместо вот этого каждый раз писать и умножить на m, где m это ширина строки, плюс k, а эту самую m передавать явным видом int m, int n, явным образом вызывая функцию передавать ширину и высоту. Да, и, пожалуйста, и меньше, чем высота, k меньше, чем ширина, а здесь я явным образом вычисляю элемент массива, который как бы двумерный. Но я просто вот помню, что он на самом деле... То есть я вот эти вычисления беру на себя, отказываюсь от услуг компилятора и сам вычисляю положение вот этого вот в одномерном массиве всего вот этого двумерного элемента. Поняли? Прекрасная идея, но я к ней должен подвести. Сейчас покажу. Да, вопрос вот какой. А можно ли как... Да, ну, кстати, в этом случае не важно, int а квадратные скобки или там int звездочка а, не важно, указатель он или просто там int а квадратные скобки, тот же указатель, по сути, все равно. Только более констант. Что делать? Ну, вот вариант первый я вам показал. Отказаться от двумерных массивов стандарта, делать эту работу самостоятельно. По вычислению положения в одномерном линейной области P. Вариант номер два. А давайте с вами, только переходный период маленький. Давайте с вами рассмотрим вот такую штуковину. Int звездочка А квадратные скобки P. Что это за зверь? Ну, во-первых, пока что тут нет никакой работы с динамической памятью. Согласны? Ну, я просто выделил, но что я сделал? Давайте, я еще не рассказывал про это. Когда описывается переменная на языке C, то ее определение надо читать, начиная с ее названия, по спирали. Это отдельная фишка. То есть A это кто? A это массив из 5 элементов, содержащих в себе указатели. Так, тут уже точка запятой, здесь больше отсюда ничего не взять. Массив указателей на int. Понятно? Еще раз, это массив из 5 указателей на int. Ясно? То есть А это адрес 5 указателей. Там сейчас, правда, в этих указателях мусор, но никаких проблем. Я могу пробежаться при помощи цикла и равно нулю, и меньше 5, и плюс-плюс. И в каждый итый указатель положить что? Ну, int, естественно, да, адрес какого-то конкретного инта. Ну и туда, заодно пользуясь возможностями new, я туда сразу запишу число i. То есть что, мне вот этот указатель содержит какой-то адрес ячейки, в которую я кладу 0, этот адрес содержит адрес ячейки, в которую я кладу, этот адрес, этот указатель содержит. Да, то есть у меня есть указатели на какие-то области памяти, каждая из которых содержит соответствующее там число, которое туда раскладывает. Оп. Понятно? Магия. А это new, оно нужно вот там? New вот это? Обязательно. А как я выделю динамическую память? Иначе у меня аитое это указатель, содержащий мусор. Не дай бог мне его разыменовать. Как я буду работать с этими указателями? Ну, естественно, я могу их тупо разыменовывать. Звездочка А нулевой. Я разыменовываю нулевой указатель, да? А теперь вспоминаю, смотрите, я же могу сделать как? Я могу А нулевой... Ну, это же нулевой, это будет как раз разыменование как раз. Помните, я показал, для указателя, если квадратные скобки с нулем, фактически просто разыменовать указатель. Я не зря эти скобки поставил. В ситуации с двумерным массивом, если вернуть А и пикаты, да, если это двумерный массив вот такого характера,
да, вот такой вот классический линейный двумерный массив. В этом случае вот эти скобки ставить нельзя. Они как бы разрывают вот эту конструкцию. Не, ну может быть синтаксически он и не возмутится, но оно противно идее. То есть в этом смысле вот эта итая какая это единая конструкция по применению к А. А в данном случае это прямо отдельное арифметическое выражение. А нулевое, А нулевое – это значение нулевого указателя из этого массива. Потому что А – это указатель на указатель. А это указатель на указатель. Если я спрошу, какого типа А, то А имеет тип int звездочка звездочка. Потому что оно указывает на начало массива указателей. Понятно? Еще раз. Это я, по сути, разыменовал нулевой. Да? А теперь еще одна магия. Смотрите. Давайте поставим квадратные скобки. Вместо круглых. Что я сделал? А сделал я вот что. Вместо выделения... Ну, давайте только я поправочку делаю. Я здесь сделаю и плюс один, чтобы у меня ноль не возникало. Я записываю сюда адрес массива целых чисел из i плюс 1 штук. То есть в первой ячейке у меня содержится адрес массива из одной ячейки. Во второй ячейке у меня содержится адрес массива из двух ячеек. Третий адрес массива из трех ячеек. Четвертый адрес из четырех. Пятый адрес из... И я могу обращаться к А и тому, это указатель на итую строчку, и вторая квадратная скобка это ката. Это разыменование уже, собственно, с прибавлением катого номера этого указателя. То есть эта конструкция выглядит абсолютно так же, как та, но логика другая. Для того, чтобы этот массив указателей стал вполне динамическим двумерным массивом, мне остается только одно. Это сделать, собственно, выделение вот этой вот памяти по высоте, вот эту длину, вертикали, количество строк, сделать переменным. Прям так и напишем. Int звездочка, звездочка A. То есть A это указатель на int. То есть А это теперь ячейка, содержащая в себе указатель на... Это указатель на указатель, логично, да? Но по этому указателю лежит не один указатель, а массив указателей. И перед тем, как начинать вот этот for, я сделаю один раз. Я вот этот указатель, потому что у меня еще нельзя заполнять массив, пока самого массива вот этого нет. Массива указателей еще нет, есть только сама ячейка, в которой я буду хранить адрес массива указателей. И мне надо сделать следующее. Я говорю A равно new кого? Int звездочка в квадратных скобках. Ну сколько надо штук? Ну например 5. Но теперь эта пятерка, она может быть динамически. То есть я спросил с клавиатуры, сколько штук по высоте. M. А, пожалуйста. Ну, правда, надо понимать, что вот такие массивы типа елочка, да, двумерный массив такой типа елочка, он вряд ли нужен, хотя можно. Вот такой можно организовать, если у нас, по сути, это что указатель на массив указателей, каждый из которых указывает на свой массив, который индивидуально выделяется, да? Понятно, что они могут быть все разной длины. Хотя типовая ситуация как раз такая, что эти все массивы, они одинаковой длины. Но иначе мы как-то должны, опять же, где-то помнить о том, а какая длина, на всякий случай, чтобы не забыть. Там рядом надо хранить массив длин выделенных, да? Ну, вот так получится квадратный динамический двумерный массив. Красота. И такой, так, тогда передавать такой динамический массив в функцию тривиально. Int звездочка звездочка A.
Я передаю указатель на указатель на массив. На int, да? Надо, поняли? Надо еще какой-то... Надо m и n туда пропихнуть. Ну ничего страшного, мы их пихнем. Вопрос, что предпочесть? Да, и вот здесь выражение никак не поменяется. Оно по-прежнему будет выглядеть так. Это ita строка, каты элемент строки. Да? Все, ровненько. Только она будет интерпретироваться по-другому, потому что не int a квадратные скобки 4, да? А int звездочка звездочка. То есть он его реально будет разыменовывать, прибавляя и ячеек, а потом еще раз разыменовывать, прибавляя к ячеек уже другого типа. Ясно? Так, ну что же, осталось победить последнего черта. Помните, вторая ошибка в той программе с выделением памяти? С чем она была связана? Утечка памяти. Давайте сделаем это. Как там это сделать? Нам надо... Да, сейчас мы освободим, смотрите. Delete квадратные скобки а. Что я сделал? Я освободил вот эту память, отказался от нее и записал сюда null вместо реального адреса. Я молодец? А эту память? Нет. А про нее забыл, причем так сразу массово. Может, там две скобки надо поставить? А? Нет. Может, рекурсивно оказался? А? Рекурсивно было. Рекурсивно? Нет, тут не рекурсивно. Лев? Нет, того, кто убирает память, да? Нет. C++ нет сборщика мусора. Ну, циклом, значит, обойдем. А? Циклом. Да, действительно. Действительно. Да, перед тем, как освобождать память, представьте себе, как это называется, выкинуть и освободить квартиру, и продать квартиру, в которой лежат адреса других квартир и документы. А, продал эту квартиру, а там все. Ну вот надо вначале что? Надо вначале использовать вот этот вот массив аккуратненько для аккуратного освобождения вот этих вот массивов. То есть я пробегаюсь циклом for int и равно нулю, и меч, так, размер не забудь, чтобы все... N штук, да? Так, что я делаю? Я говорю delete a delete квадратные скобки, ну потому что я освобождаю из-под массива, да? Delete квадратные скобки от кого? От a итого. То есть я итого, для итого указателя чищу память. Ок. И только после этого delete квадратные скобки a. Вот. Целая эпопея. Как освобождать память? Татьяна Дербышева с кафедры с нашей показала мне другой способ, который часто достаточно используется, прагматичный. Дело в том, что можно обойтись одним выделением памяти и аккуратной раскладкой адресов. Аккуратная раскладка адресов, она тоже будет вот такой циклической. Единственное, что вот здесь вот с памятью придется подшаманить, внимательно сложив размеры, и сложно. New будет не очень просто использовать. В этом смысле легче будет использовать как раз malloc. Зато можно будет обойтись при помощи одного free, ну или там delete. Только единственное, что там аккуратно надо байты считать. Прям очень аккуратно. Вот, а именно, ну я даже не знаю, я сейчас не буду это показывать, пример, я, по-моему, кажется, я включил его в лабу, ну, можете посмотреть. Но смысл в том, что мы делаем один единственный new, выделяя память сразу, и на вот это, и на вот это, вот это, вот это, вот это. То есть я, по сути, делаю примерно то же самое, что было у нас с линейным массивом, да? Только у меня... Вся эта конструкция, вот этот вот массивчик, да, предваряется дополнительно
памятью, необходимой для массива указателей, которая, ну, естественно, она может быть другой длины, потому что мне, например, тут три указателя, а сами указатели, они другого количества байт, байт от хранимых объектов. А, то есть, нулевой, как бы, первый, как бы, элемент, это какого? Массив на, собственно, на... В начале массив указателей, а прямо сразу за ним следуют уже строки последовательно друг за дружкой. Такое шаманство с прямой работой с памятью, соответственно, арифметика, которая позволяет освобождать это при помощи одного делита. В любом случае, я уверен, что я у вас создал ощущение такой мышиной возни с памятью, да? На кропотливой. Так, тут не забыть, тут еще. Ребята, это правда так! Да, действительно, в Си приходится возиться с памятью и жестко. А особенно, когда вы это не сделаете аккуратно, заранее, и когда вам уже надо исправлять ошибки с памятью, вот тут черт ногу сложит. Поэтому очень аккуратно с выделением памяти, есть даже целая концепция, как аккуратно, называется RAI. Resource Acquisition is Initialization. Или Implies Initialization. Короче говоря, добывание ресурса есть инициализация. Но рассказать подробнее я смогу только тогда, когда появится объектно-ориентированное программирование, классы, конструкторы и деструкторы. Поэтому обратно это дело закрываем и наслаждаемся динамической памятью. Это надо победить. Если вы не будете понимать устройство двумерных массивов, сложности их передачи внутрь функции, не дай бог возврата из функции. А как вернуть массив из функции? Вот, допустим, я, ладно, init array, но выдели на память у меня где-то там, откуда я вызываю эту функцию, да? Там эта память выделена, сюда ее только передал. По указателю, да? Указатель. Значит, у меня должна быть функция, которая выделяет память, порождающая функция. А значит, если я забуду о том, что эта функция порождающая, то я забуду ее освободить, эту память. Поэтому любая порождающая функция, которая выделяет память, она должна быть с громким кричащим названием. Я выделяю память, пользуясь мной, не забудь освободить. Вот я когда-то в реальном проекте увидел StarDump. Это функция стандартная. Она есть в языке C. Она делает дубликат строки, только строка в C – это массив символов. Она делает динамическую копию, она меряет длину строки, молочит и копирует туда строчку. Возвращает указатель на новую дублированную строчку. Прекрасная функция! Но в ней нигде не написано, что она делает молок. И что после того, как ты сделал вот это дело, нужно обязательно сделать free. Понимаете? Вот на этом деле у нас была утечка памяти. Поэтому если вы сами пишете функцию, которая выделяет память, громко в ее названии, как-то там, или в ее комментариях, прям вот в help пишите, эта функция выделяет память. Don't forget to free. Понятно? Вот поэтому вот такая тонкость есть. Так, давайте двинемся к последнему, там что-то осталось еще. У нас осталось 3 минуты. И передача массива в функцию, возврат из функции C++. Итак. Насчет передачи массива в функцию я уже вам рассказал. А что делать, если мне надо, чтобы функция вернула массив? Ответ? А никак. Зачем мне? А? Я могу дать ей указатель, а она может что-то сделает с ним. Ну, как-то было бы логично с точки зрения питона. L равно generate list. Да, логично как-то так. Ну, generate array, соответственно. Функция, я ей даю m и n, она мне генерирует, да? Ясно? Как быть? Ответ? Во-первых, если она реально будет возвращать некий объект размера m на n, ячеек памяти, то она, естественно, будет сейчас вот перегружать, копируя, это же не связывание ссылки, а это копирование. Присваивание это копирование. Взяли, перегружаем. То есть оно m на n операции на копирование. Тогда у вас будут вектора,
стандартные контейнеры, то есть целый контейнер данных, он действительно там mnet, и у вас generate vector. И эта функция, она сгенерировала огроменный вектор, это присваивание, оно реально займется перегрузкой памяти, дублированием этого объекта вектора из одного в другого. Нет, ну компилятор может сэкономить, он может сообразить, что этот объект исчезает, это как раз только инициализируется. Может быть сэкономит, а может и нет. Понятна логика? Короче говоря, возврат, собственно, не предполагается. Да и вообще, вот этот L, это кто? Если это у вас статический массив, то извините, как это? В него это адрес, он константный. Это константный n-звездочка. Его нельзя изменять, этот указатель. Это адрес просто, и все. Начало этих 10 байт. Так нельзя присваивать туда 10 байт. Да? В этом случае вам скорее это будет не генерация все-таки, а инициализация. То есть ровно то, что я там писал уже. Init array. И в этом случае логично, что вы этот L тупо передадите туда в качестве параметра. Понятно? Всегда лучше сделать именно так. То есть передать адрес этого массива в качестве... Если у вас L это... динамический массив, в этом случае может быть такая ситуация, что у вас generate array, да? У вас тогда эта функция порождающая, тогда в ее help должно быть написано, что она, собственно, делает new, да? Или прям так и назвать ее, new array. А еще лучше, когда вы узнаете про объекты, про классы, воспользоваться конструктором, написать для array конструктора, который позволит вот так писать. Новый array mnet. Вот так. Так можно будет в C++, нужно будет сделать определенные приплясывания. Не было бы многих фишек C++, если бы C со своей архитектурной ориентированностью не порождал многих проблем. Понимаете? C++, он монструозен, но он монструозен только по той причине, что эти проблемы совершенно реальны. Они возникают не из-за того, что C плох. C, он низ, как бы, язык почти низкого уровня. Он архитектурно ориентирован. Ассемблер хуже, чем C. C намного лучше. Намного лучше. Там все как-то видно, понятно, читать можно. Но C++, он огромный, мощный, там куча всяких фишек, дополнений, расширений. Они все предназначены, чтобы упростить жизнь, а не усложнить, понимаете? Хотя вначале может показаться, ну зачем это все, лучше C простенький. Неправда. Вы как это столкнетесь с реальными проблемами утечки памяти и так далее, вы возопите, скажете, дайте мне механизм, а вам программист на C++ скажет, а вот тебе конструктор, вот деструктор, пожалуйста, в деструкторе. В конструкторе выделил память, в деструкторе освобождай. Ну, про это мы еще с вами поговорим, когда будем разговаривать про этот самый рай. А сейчас спасибо за внимание. До свидания.